Всем салют, вы находитесь на канале Check It Out, меня зовут Альтер, и это прослушка. Пятница, день релизов, новиночек всяких от разных исполнителей, зарубежных и русских. И в эту пятницу я никак вообще не ожидал, да я думаю, как и многие не ожидали, релиза от Скриптонита, причем два сингла сразу. Давайте слушать первый. Они очень забавно называются «Замерз и погрейся», типа сразу. Мне интересно, короче, стало послушать, что это такое. И тут у нас все на обложке, курточка какая-то, да, цепочка. Или шорты, может, это. Не знаю, но, короче, сейчас давайте слушать. «Замерз». Звучок Джо Пэши напоминает. В прошлом, как снежинка, стал вылезаю я. Ебать, пацан, ты бизнесмен. В прошлом, как снежинка, стал вылезаю я. А, вот это что за трек. Качает круто. What the fuck? Не говори друзьям, поделись об этом с миром. Мои скифы на готове, куча лести и делес. Блять. Контакт ебучий. Банды ведь готов, придержи свои повадки. Я искал места и сжигал твои закладки. Мне важен сам процесс, этот движ походу дикий. Пацаны прислали биви, я пишу куплет на скрипе. Это Bloody Smoking Weeby, этот трэп умеет яйца. Я погнался за идеей и догнал второго зайца. Прикольно. Такие помехи. Клёво. Крутой фит. Ну и погрейся трек. Шоу без ебалочек, попнут в седьмом, так и чёрт. Сейчас ты долбойный пакетик на первую. Патрик не помнит, кто Герман. Папик прикол, спит шалава и уды. Мощно. И прикольный сэмпл. Ну вот скриптонит он, вот он скриптонит вообще. Слушаешь и кайфуешь. Не покекать на первом. Слушайте, ну короче, два крутых трека, но по-любому это все добавляется. Наконец-то вышел этот фит с Энди Панда. Оказалось, что он называется «Замерз». На этом все. Ставьте лайк, пишите в комментариях, какой трек зашел вам больше всего, «Замерз» или «Погрейся». Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем до встречи. Check it out.